Я оплатила от места до места. Я вызвала такси из пункта А в пункт Б. И что? Что 11 минут прошло? Вы меня должны... Я вызвала Солнечный до Промышленной 11. Я не вызывала... 11 минут? Нет, я платила от места до места. Звоните оператору. Звоните вы оператору. Нет, вы меня обязаны довести до Промышленной 11. Я не обязан. Нет, вы обязаны. Нет. И вы обязаны. Нет. Я абсолютно это все снимаю и обязательно выложу в интернет. Снимайте. Конечно, снимаю. Представляете? Снимайте, я вызвала такси официально, Яндекс, то есть это. И водитель будет? Отказывается меня довозить будет. До места из-за того, что пробка. Да. Это нонсенс. Оплачено 11 минут. У меня оплачено не 11 минут. Я вызывала такси не по времени. Я вызвала такси от пункта А. Пункт Б. Нет. Пока вы меня не довезете до места, я не выйду из машины. Я разберусь по этим вашим делам. Я тогда напишу на вас заявление во все инстанции. Абсолютно. Я согласен. Можете вот, делать. Посмотрите на этого человека. Это... То есть это просто кошмар. Это нонсенс. Я вызвала Яндекс.Такси от пункта А в пункт Б. Да. И водитель говорит, я сейчас развернусь и поеду в другое место. Да. Посмотрите на это лицо. Посмотрите. Вот он, красавец, а. Посмотрите, клоуны, страна должна знать своих героев, абсолютно. Клоуны, он знаешь, таких много. Да, 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 но я напишу, давай, напишите. Милый, давай. Удачи тебе, клоуны. Счастья в жизни, таким вот людям она улыбается. И он меня везет в другое место, вы представляете? Вот у меня сейчас списываются деньги, он меня не довез до места, это просто ужас какой-то. Да. Давай, родной, удачи тебе в жизни, счастья. Ох, как много про тебя людей напишут. Давай еще крупненько личико. Вот так вот, молодца. Ой, клоунесса. Я не клоунесса, это ты, и придурок. Клоунесса. Смотрите, он меня везет специально в какую-то грязь. Вези меня на чистое место, я не буду высаживаться вот в эту грязь. Отвозите меня до дверь чистого закройте, места, до асфальта. Дверь закройте, я нет. Дверь закройте, как я поеду. Так, сюда. Что хамим? Голос он повышает. Дверь а закрой. Когда видеокамера направлена на человека, дверь сразу закрой. Же... Дверь закрой. Закройте. Мы с вами не пили ни на брудершафт, никуда. Куда вы меня везете в глухую чащу? Пока вы меня не вывезете на нормальную остановку, я не выйду из машины. На остановку. До свидания. Здесь закончилось. Вы посмотрите, это... Это просто моральный. Я посмотрю, посмотри на себя, пропитая. А у тебя рот-то что скривился? Много били?